Всем привет! Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет, мои подписчики, привет, гости канала. Не поверите, я соскучился по сбору грибов. Вот действительно, 10 октября 2020 года я нахожусь в лесу. У нас уже и снег первый падал, и второй, и третий. Перед поездкой я сейчас нахожусь в лесу, потому что я соскучился. Перед поездкой у нас даже пошел, знаете, вот как крошка такая, мелкая крошка снежная, всю машину закидала. Все равно поехал в лес посмотреть. В лесу тишина, никого. Тишина, знаете, не ветерка. Тишина зловещая, такая, что аж звенит. Прямо аж в ушах такое ощущение, то ли как самолет или чего, не знаю. Но я пришел в лес за грибами, приехал. Дорогу там всю лесовозы раздолбили. На легковушках тут не проехать, тут только надо на джипах, на этих как УАЗиках, на Нивах это можно проехать. Посмотрите, какой лес. Снег падает и тает, но я все-таки хочу что-то найти. Сразу говорю, пока ехал сюда, были козляки, попадались, маховики тоже были. Может даже появится белый. Вот, смотрите, какой-то подмороженный. Понятно уже, не узнать его, черненький. Но грибов, в принципе, достаточно. Вот это какой? Тоже какой-то непонятный. Но сама ситуация, это как похоже на маринованные опята. Друзья, давайте попробуем посмотреть, есть грибы или нет. Я хочу просто, знаете, вот эти эмоции, прям азарт в нахождении, прям поиски этих грибов, прям не могу. Итак, пошли вперед. Пошли, пошли, поищем, потому что что-то все равно должно быть. Потому что под мхом грибница все еще, в принципе, тепло как бы держит. Не скажу, что там прям жарко, но не замерзло. А раз не замерзло, значит... Что-то может быть. Ну вот поганки, по крайней мере. Растут же. Растут. А почему белые не могут? Вот, могут. А раз могут, значит, значит только их и посмотрим. Побарам. А вот, о, я этого и не видел, маленького. Опа, я вот этот хотел показать. Шляпка у него, смотрите, какая прям темно-коричневая, прям как, даже не знаю, с чем сравнить. Просто цвет такой насыщенный коричневый. Какой бабуин растет, здоровенький. Супер. Ребята, а вот такую красоту увидели? То, что гриб на грибе растет, это вы... Гриб на грибе растет и грибом погоняет. Это вот, вот этот случай. До этого видели, как на шляпке вырос. Смотрите, просто, просто супер. Нету слов, нету слов. Только показал, камеру дальше продвигаю, выключаю. И что вы думаете? Нет, мне это я хотел не это показать. Я стою на четвереньках, представляете? И вот так взглядом окучиваю это вправо, влево и вижу грибы. Вот сейчас вам еще вот этот покажу. Видите? Опа, прискакал я, приполз к нему, к другу, к своему. Вот такие. А такие малыши сейчас вырастают. Дождик немножко пролил, значит еще пойдут. А вот и маховички. И козляков тут хватает, как обычно, как и в прошлых сериях. Но маховики один к одному, смотрите, одинаковые даже шляпы. Размером и формой. Так, и еще один. Оп. Трешечка, прямая трешечка. Первый, заметно, правильно, да. У вас тоже, скажем так, стало все лучше видно. Что я могу сказать? Смотрите, он аж треснул, просто треснул от такой наглости. Дальше,
Следующий. А это что у нас? Да, мы его не видели, но вот он, прям при вас, это я его нашел. Это я не собирался вам показывать, имеется в виду, я не знал, что там грибочек. Но, тем не менее. Так, ладно. Маленький тоже я пока еще вижу, это хорошо. Со зрением все отлично. Так, сейчас еще один покажу, который не собирался показывать. Да что такое, друзья? Просто, просто бомбический сбор. Вот он, смотрите, маленький. Опять же, маленький, беленький, прям... Друзья, я вам еще покажу, который я не собирался показывать. Вот он. Дальше. Видите? Красавцы. Так, сейчас, может, еще что увижу? Нет, больше не увижу. Итак, два, три маленьких, которые я не собирался показывать. Дальше смотрим. Это уже собирался просто. Опять же, одна поляна. Одна большая, чудеснейшая поляна. Дальше это не все. Смотрите внимательнее. Хлопчики. Дышины, хлопчики, друзья, товарищи, вот он растет. Так, выкручиваю, выламываю его. Вот они, заравниваю. Так, пока не вижу. А хотел показать вон тот. Итак, приближаемся еще и к нему. Смотрите, какой он здоровенный. Прям здоровенный. Где-то там кора. О, ногу-то какую пустил-то? Жирную. О, боже. Представляете? Все вроде как возле горевшего дерева. Друзья, вот это, представляете, какие лесные подарки. Лес дарит подарки. Поднимаемся в горочку. Вот он, спрятался под мхом. Опа. Класс. Супер. Малышок подрос за ночь. И его стало видно. Вчера не было видно. Друзья, буквально на каждом шагу, смотрите. Да, и они как бы трудно заметны, но кто настраивает свой взгляд, глаза, тут точно. Так, друзья, с этим беда. Он как бы червивый, непонятный. Оставляю так, как есть. А вот это, ну это курочкам придется кушать. Куры тоже любят белые грибы. Так, еще мне подсказывают, вперед надо пройти. Иду вперед, и где-то там палочка должна стоять. Соответственно, а я пока дошел, я вижу маховичок, потому что маховики мы также собираем. Даже нам гости говорят, что порой маховики для них вкуснее, нежели белые грибы. Соответственно, тем более надо собирать. Итак, я хочу найти белый гриб. Я иду, но это не я нашел. Я сейчас тоже подключусь. Все, вот он. Конечно, как его не заметить-то? А такую шляпу-то здоровенную. Палку убираем. И показываем вам сногсшибательный, обалденный, беленький грибочек. Вот такого формата. Все, я пошел тоже искать. Вот. Тоже еще один. Все ходят. Пытаются найти. Расхаживают. А надо раз присел и нашел. И тут же рядом еще. Только привстал, камеру отключил. Вот маленький. А выросли они на месте того, где это, где уже кто-то до этого срезал. Они беленькие, чистенькие. Сразу положу. Такие. В корзиночку. И будет нам счастье. Время уже, сколько ходим? 25 минут. Это у меня корзинка. У Юли тоже наполняется. Начну этот отрезок видео с того, что там дятел долбит прям как сумасшедший. Но речь не об этом. Речь о том, что
грибников сегодня уже немерено, просто очень много. Но грибочки все равно попадаются. Один к одному. Это первый. Вот рядом срезал кто-то. Но это ерунда. Почему? Да потому что вот они. Два штучки. Хороших, смышленых боровика. Именно борового. С темной шляпкой. Смотрите, какой гриб нашел Костя. Нашел его вон там. Вон там в лесочке. Вот такой здоровый. Смотрите, какая у него нога. Просто бомба. Лимонка. У-у-у. Подосиновик. Раз. Где-то еще были. А, вот они два. Еще парочка. Вот они. Какая нога длинная. И вот так срежу. Оп. Класс. Следующий. Так клюнулись. Такая полянка. Оп. Есть. Передвигаемся сюда. И здесь еще один вот такой экземпляр. Просто гуд. Ну, ребята, это прям что-то. Немножко срезанных и в округе. Просто взглядом. Все осматриваешь и находишь вот такие друзей. Прямо у дороги, вон дорога. Вот грибочки. Пошли в лес опять. Иду, брожу. Грибочки собираю. Разок. Второй. И третий грибочек. Сейчас соберу, дойду до него. Вот он. Опачки. Есть. Супер. Аж выскользнул. Вот такой. Пошел дальше. Идемте со мной. Ребята, просто перешел на другую дорогу. Ну, через дорогу. Перешел в другой лесочек. Смотрите, как они растут. Ну, скажите, симпатично, а? Вот один. Он дальше второй. Классно же. Прям полный самолет. А? Мне тоже нравится. Самое интересное, что вверху самолеты там летают. Вот. Один. Шляпа коричневая, коричневая. Темно-коричневая. Прям настоящий боровой грибочек. И это тоже самый такой. А, выкручивается. Просто... просто супер, ребятушки. Лайк. Сросшись. Чуть-чуть надо пробраться сквозь деревья, и можно уйти, найти, вернее, найти грибочек вот такой. Опять появляется в хорошем количестве. Ну, имеется в виду не в хорошем, а вот рядом друг с другом, и все один к одному. Вот он лежал веточкой, припорошенный, можно так сказать. Крупняцкий грибочек. Ай, какой! Белесенький, холесенький, но
Опять же, чуть-чуть наверх поднимаемся вот сюда. Вот он, на солнышке пригрелся. О, он аж горячий. Ну, почти горячий, но теплый. Вот такой вот. Класс, просто класс. Ребята, вот смотрите, просека, дорога. А вот грибы вот так растут. Тут перерабатывали. Правда, они все в песке, но это не важно. Смотрите, да, придется все это отмывать, чистить. Ну, так, так и должно быть. Нога жесткая, упругая. А вот еще один, кстати. Смотрите, как они растут. Они просто, просто, просто бери, подходи и бери. То есть можно ходить вдоль дороги. Что мы и будем делать. Очередной трофей. Ребенок сразу сказал: о, спасибо, папа, ты мне помог. Итак, ребенок нашел 8. Еще 2 беленьких. И тогда у него будет еще один Hot Wheels. Я его почистил, друзья. Смотрите, он абсолютно чистый. Никем не съеденный. Красивый, хороший, белый грибочек. А? Как вам, нравится? Вот такой уже улов небольшой получается. И пошли дальше. Ай да, появляется у вас на экране. Какой экземпляр. Обозрение со всех сторон, а? Кто это? Верно. Это белый. Нога у него как бейсбольная бита. Ужас, ужас, ужас. Кто там говорил? Химикаты, мутанты, да? Ну ладно, пускай будет так. А вот и малявки всякие выскакивают в ожидании папочки. Папочка, конечно же, не заставил долго ждать и пришел. Спасибо, друг. Потихоньку наполняется корзинка. Маховики я вам даже не снимаю, ребята, потому что их тут как грязи. Поэтому только беленькие. Ребят, для эстетичности просто беленькие. Ай, друзья, какие белые грибочки. Смотрите, прям шикарные в таком лесу. Смотрите. Класс. Просто класс. Ходить, гулять. Башню мы оставили. Он теперь как в машине там гавкает, как опознавательный знак. Знаем, где машина, даже никак не забудемся, это 100%. Но за такими грибочками, ребята, стоило поехать. Просто поехать. Ребята, опять поляночка. Такая прям смышленая. Вот он, красивый. Сейчас я за ним вернусь. Почему? Потому что вот они. Вот их. Это я пометку оставил. Пометку, что здесь у меня грибы, чтобы я мог найти. Вот он, один крупняцкий. Вот он, второй. Поменьше. Малявочка. А вот еще малявочка. Соответственно, ребята, грибочки появляются в хорошем количестве, с хорошим качеством. Соответственно, идем дальше. А это со мной зайчик, похоже, поделился таким грибочком. Смотрите, какой большой. Тоже червивый. А вот рядом, похоже, без червей. Да? Шляпка оторвалась, но без разницы. Забираю, потом это сделаю. А что у нас с вот этим другом? А этот у нас... нас сушить, наверное, можно взять. Сейчас на половинку посмотрим. Не, червивый. А раз червивый, оставим. Пускай зайчики доедают. Ребята, на этом видео начинает заканчиваться. Почему? Потому что я устал, Костя устали, все устали. В каком плане? Жарко. Грибов немерено. Вид прекрасный. Просто супер. Грибов я вам сейчас покажу. Грибов, смотрите. Вот это насобирал ваш покорный слуга Иван Алексеевич. Корзинка маслят. Все один к одному. Это просто я показать один, отдельно под березовик. А, беленький такой. Смотрите, какой длинненький. Эти все маслята один к одному. Без червей. Все четко. Все. Все просто идеально перерабатывать. Это у нас лесные белые грибы.
Видите, у них шляпки беленькие. Ну, это просто последний заход. Это, я вам скажу, что это мы в бару их собирали. Все это перерабатывать надо. Так, масленок здесь у нас затесался. А, ну да, я же его тогда собирал вместе в кучу. Вот, здесь вот такие беленькие. Здесь малюсенькие для маринования. Я не скажу, что каждое ведро таскал, чтобы именно было показать, да, где какие. Просто получалось так, идем, ведро оставили, пошел, другое взял. Поэтому, ребята, грибов немерено. Это только мой улов. Костя. Ну, Костя просто отдыхал, по большому счету, за компанию ходил. Вот он насобирал. Вот такие лесные, вот такие маленькие, шикарные. Тройные, это вы видели. Всем все хватит. Все без червей. Пакет. В пакете вон грибочки. Ребят, я думаю, вот это видео, я сколько посмотрел по грибам, но вот это видео, мне кажется, самое одно, скажем, такое сильное в плане того, что сколько грибов. Я действительно столько не собирал. Именно столько не собирал. Их можно собирать еще кучу. Прям, ну, прям много. И белые, и маслята, и даже лисички там есть, и маховички. Но это уже, как бы, там, можно сказать, вторая категория. Поэтому, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь, вы не пожалеете, потому что грибы сейчас, какой второй слой пошел. Второй или, наверное, третий, потому что второй уже был, но он такой непонятный. Но третий, вот это третий жесткий слой, он пошел. Будет только начало, это одно такое место. 86-й квартал я еще не ездил. Я еще не ездил. А там будет что-то бесподобное, когда пройдут дожди. С вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь. Пока.